Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия News. В эфире вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. В Киеве, в офисе представительства Чеченской Республики Ичкерия в Украине, состоялось заседание Государственного комитета деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Был принят ряд постановлений. Постановление номер 41 от 23 июня 2024 года в соответствии с положением о дипломатических представительствах Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров Чеченской Республики Ичкерия постановляет: первое. Освободить Ахмеда Альвиева от должности генерального представителя Чеченской Республики Ичкерия в Украине в связи с переходом на другую работу. Второе. От имени правительства Чеченской Республики Ичкерия выразить Ахмеду Альвиеву признательность за умелую организацию работы генерального представительства Чеченской Республики Ичкерия в Украине. Третье. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инала Шерипа. Четвертое. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Председатель Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.